Давайте сюда, перейдем, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, вот Союз Армян Россия еще полгода тому назад принял решение войти в Народный фронт. И, конечно, поддержали ваши кандидатуры. Полностью поддерживаем, мы гордимся, что у нас есть, это самым делом, такой кандидат, как вы. Мы верим в вас. Это не только наше мнение, это мнение всего, там более 2,5 миллиона армян проживает здесь. Вчера говорили. Я хочу сказать, знаете, вот ваша статья... Вот В Армении сколько? В Армении чуть больше. 3 миллиона 200. 3 миллиона 200. Это по армянским оценкам. Да. А вообще, да, по это... нашим меньше. Не, правда. Это не шутка, не ирония никакая. Это правда. 500 тысяч человек зимой живет... Не зимой, вообще постоянно. Постоянно.